Историю одной из семей, проживающих в областном центре, можно назвать удивительной. Искреннее спасибо полицейские услышали от мурманчанина Дмитрия. Ему уже 27 лет, а первый российский паспорт он смог получить только в конце прошлого года. Его 47-летняя мама Виктория свой документ пока ожидает. Как рассказал Дмитрий, родился он в Украине, а потом переехал с мамой в Мурманск. Ребенком балуясь, поджег ее паспорт. Документ был почти уничтожен. Новый получить оказалось сложно. СССР как страна начал разваливаться, и запросить документы в Украине практически не представлялось возможным. Так и остались жить без паспортов, попав в категорию лиц без гражданства. Естественно, пришлось столкнуться с рядом проблем, в частности, при трудоустройстве. Решив, что документы получить все же стоит, обратились в полицию, где сыну с мамой помогли. Ему были оказаны всяческое содействие, помощь в оформлении документов. Сотрудники отдела заполняют заявления. То есть, ну, максимально с такими людьми мы стараемся работать, чтобы прийти к итогу и документировать их паспортом.